Дом находится вон он, с той стороны. За городом. Угу. Перелазят оттуда дети. Не знаю, по команде родителей или по своей личной инициативе. Там проживают цыгане. Двое взрослых, то есть мать и отец, и 9 человек, получается, детей. Вот они лазят по участкам и занимаются грабежом, вредительством, ломают, воруют. Они, получается, у меня на втором этаже вскрыли замок и залезли там по мелочи, но они там все в основном разбросали и поворовали кое-какую посуду. Вон там на углу у соседа на сетке прыгали, завалили сетку со столбом. Они такие слова говорят, я не могу их повторять. У меня не принято такие слова выражать. Всякое тебе и прибьем много, и чуть не подожжем тебе. Всякие гадостные слова. А ему 10 лет, а тому второму, были они втроем, 7 где-то или 6 лет. А и девочка 6 лет. И он ее учит, это младшую. У моего племянника несколько месяцев назад был угнан мотоцикл. И когда его обнаружили во дворе этих цыган, наши дети не смогли его просто забрать оттуда, потому что цыгане кидались, бросались, дрались, всячески доказывали то, что этот мотоцикл принадлежит именно им, а не нашим детям. С вилками, с ножами, с палками, граблями, лопатами, все, что было у них под рукой. Люди заявление написали участковому без движения. Вообще все. ПДН приезжала, участковый, ничего не происходит совершенно.